Всем привет! У нас доставка пришла. Катя пошла. Сбер Мегамаркет пришел. Короче, там сахар, рис, еще что-то. И Катя ходила, ездила в город и зашла в магазин наш. Сало копченое. Оно еще теплое купила. Сейчас будем есть. Капусточка соленая с луком и с пахучим маслом. А это я с холодильника. Холодильник мыла. О, какой пустой. Помыла холодильник. Все перебрала. У нас еще моркови сколько. Фрукты у Варвары кончились. А ну, две груши есть, яблоко. Киви. Огурцы, курочка, горлодер. Помыла. Вот так все лекарство составила Варварина. Полисорбы, алисорбы. Красоту навела. Кот сидит. Так что нам полдник, наверное, скорее всего. Катя кофе, я чай. Всем приятного аппетита, кто в это время ест. И нам тоже. Вот это, девочки, все. Это, я вам сказала, Сбер Мегамаркет. Доставка бесплатная. Все вот это приобрели. Катя приобрела за 1300. Соевый соус. 1600. Соевый соус 70 рублей стоит. А, это Данькина. Здесь сахару 10 килограмм по 38 рублей. Вот, считайте, 380 рублей отдали. Пена, пена сколько? Или что это? Успокаивающее. Экстра для чувствительной кожи. А, для бритья. Кого он там бреет? Рис увелка 10 штук. Почем он, Кать? Пачка, 30 рублей. Здесь сколько? 400 грамм. 400 грамм. Зато не надо в магазин таскаться. 10 пачек. Короче, одну майонеза. Майонез Махеев. Ну, мы такой никогда берем, но Катя взяла. Два рулета. Кексы. Кексы. По... Кексы. По 30 рублей. По 30 рублей. В магазине рублей 70. Он мраморный. Сейчас будем чай пить. Когда открываешь, так интересно. Давай. Лапша, Катя говорит, по 15 рублей. А, тут чай твой. О, разрыхлитель, почем? Да я, мама, откуда знаю, я просто добивала 1000 уже чем-нибудь. Еще вот таких два кекса. Ну как так, сложили, все сняли. Тоже по 30 рублей? Да. Это с какой-то начинкой, с абрикосовой, клубничная начинка. Я не знаю, что эту в коробку. Ты Викс. Викс тоже не помнишь потом. Сейчас мы откроем. Пачка макарон почему-то, это так мало. Я просто добивала сюда. Варваре мармеладки. Она их так любит, и я вообще не понимаю, польские козявки такие. Пачка макарон. А где шоколадка Сникерс? Чай вот такой вот. Ты одну, да, заказала? Угу. Сколько он стоит? 120. Ну, короче, пусть 130 рублей. Вот такой в магазине стоит 300 рублей почти. Ну, я вот такой пью. Я люблю, мне нравится лечить. Вчера тут порвано, однако. Это я просто доставала. Это Даньки. Все, такие макароны. Вот, шоколадка. Шоколад Сникерс. Здесь гречка, 3 пакета. По 40 рублей. По 40 рублей. Это Синьки уши клей. А это салфетки для Синьки. У него уши бегут. Сказали, ну такое бывает, потому что они ходили в больницу, ему промывали уши. 30 рублей пачка. 30 рублей пачка. Такое все? Это сахар, зачем его открывать на сахар? Вот все это куплено на пол 1600. А один и чай только. 50% скидка.
Сахар 38 рублей. Все кексы. Ага, кексы замотали. Вот такие покупочки у нас с мега-маркета. Такая стоит 25 в магазине. Помятая тоже вся. Но мы все равно ее мнем. Все, с тобой кексы есть. Превратили в кашу. Он маленький просто. Помяли. Ладно, будем чай пить. Вон сколько коробок. Нам на посылке. Сегодня опять тушу капусту, потому что в прошлый раз капусты хватило на один раз. И Катя сегодня пошла, я забыла ей сказать, что она капусту купила. Будет опять на один раз, но я еще буду варить борщ. Сегодня меню такое вот. Я нарезала в прошлый раз мелко-мелко свинину. И получилось, что капусту ешь, и вилочкой берешь, и в каждой вилочке кусочек мяса. Вот. И сейчас вот так курицу нарезала. Сейчас она мне пожарится, и я потом овощи скину. Так. Я режу морковку. В этот раз режу. Не хочу ее тертую. Не нравится мне тертая морковка в суху. Овощи я имею в виду. Поэтому я тонкой соломочкой буду нарезать. Я раньше всегда нарезала на борщ. Не люблю почему-то, когда перетертые овощи. По поводу оплаты, Катя, все. Деньги получила. 16 тысяч вышло. Это, ну, вместе с ее каналами. Просто те каналы, девочки, может, не то чтобы не закрыли, а закрыли видео. Потому что все равно там деньги не идут. Смысл его держать. И по поводу это, просто так совпало, что мы получили карточку, и в это время же отключили монетизацию. Мы подумали, что из-за того, что вот мы не снимали деньги. Но мы же, когда я говорю это, мы, наверное, в октябре заработали первые 100, ну, 120 долларов там было, не считая Катиных каналов. И не снимали все это время деньги. И думали, что это все только у нас. А оказывается, это у многих заблокировали. Не у всех, но у многих. Может, некоторые еще не знают, но вообще-то, когда выставляют монетизацию, там же сразу, когда монетизацию выставляешь, монетку, ну, эти, рекламу, ее просто нету, она не открывается. Ну, подумаю, что вот из-за этого. Ну, это, говорится, сейчас там в Америке в связи с праздниками, что-то там у них, короче, какие-то выходные. Ну и вот будет разбираться по поводу этого. А у меня сегодня голова болит. У меня не столько, знаете, у меня болит шея. И от шеи все сюда в голову, в эту сторону бьет. Так, много не буду. Ну, Варвара же ест картошку. Мы борщ-то сварили, весь съели. Капусту тоже нам на раз только хватило. Я забыла Кате сегодня сказать, что она капусту купила. Хотела чебуреки сделать с этим, с капустой. А она сказала, лучше потушить. Ну, потушить, значит, потушить. А, Катя, что это? Свеклу. Я не знаю, где маленький ножик. Слышишь? Свеклу надо. Сегодня Катя в город ездила. Это делала документы. Арсений в мае идет санаторий. Там сколько? 20. Ну, не пищи, побе голова болит. 24 дня, по-моему. Он и так у нас все болел-болел. Потом вот со своей задницей. Ну, выписали, сегодня в школу он уже ходил. И в мае уже идет этот санаторий. Так что он почти не учится.
То в санаторий, то болеет. Варвару еще не выписали. Ну, ингаляцию уже не делает. Она забыла сегодня физраствор купить. То лекарство, которое ей выписали, она уже все его. А я, девчонки, кашлю. У меня уже все болит от кашля. Вот как у меня там овощи. Надеемся, короче, что монетку включат. Хоть какая-то копейка, да, правда, идет. Хоть 700 рублей. Не всем, Катя говорит, отключили. Многие отписываются, что у них включена монетка. А у нас вот так вот. Сейчас свеклу буду резать. Свеклу тоже вот такой шарик. Вот, Варвара. Красавишна. Скажи всем привет. Нашла очки. И ходит в них, выображает. Борщ будет на куриных косточках, поэтому он сварится быстро. Сейчас сначала поджаркой займусь, потому что она дольше всего делается. Вот и привычка, девчонки, вот какая бы ленивая я ни была, но овощи мне надо на суп резать. Как? Это, налей туда, сполосни сначала, а потом горячей воды налей. Не надо пыхтеть. Она, я встала, но я, как всегда, ночью не спала, легла сегодня в 7 часу и проснулась в начале 9-го, 8 минут 9-го. Все спят, сон на царство, никому школу не надо. Бегом, улетели все. Варвара, а я опять спать легла. Ну а что я сколько я там, полчаса, час поспала? Варвара! Не могу никак, девчонки, ложусь. Мне надо, чтобы что-то разговаривало. Телевизор вот, например. Раньше что, телевизор включу, и все спят, и я сплю. А сейчас вот я с Ютубом познакомилась. Все спят, одна я все в Ютубе сижу. Все, а то все новости мимо меня пройдут. Вдруг что-нибудь серьезное произойдет, а, девчонки, по поводу Киево-Печорской лавры. Я вообще, я когда смотрю ролики, у меня слезы наворачиваются. Я хоть и не хожу в церковь, и не то чтобы я не верю в Бога, но такого богохульства, девчонки, это ужас какой. Что творят украинцы? А потом скажут, что виноваты ведь опять русские. Что опять мы что-то не то сделали. Это что творится, куда они катятся, там это ужас, я не знаю, смотрите вы эти ролики или нет. В церкви танцуют, на гармонии играют, это ужас все, у них ничего святого нет, украинцев. А потом они говорят, что они не бандеры, они не фашисты, они очень добрые, мирные люди, вот видите, что делается. Ну, конечно, я не могу сказать это про всех. Но те, кто там был, и что почернели кресты, тут совсем ужас. Варвара, это совсем уже. Ну, я так думаю, что Украине недолго, девочки, остаться. Тут уже всем понятно. Как бы что ни говорили, они сами себя туда загоняют. Их просто раздербанят и все. Ой, что делают, и что творится вообще? Варвара, ты можешь нормально молча играть, не разговаривая? Угу. Потому что надо сначала все приготовить, а потом уже заниматься кашеварством. А я все жарится, палится, не успеваю капусту крошить.
Там уже половина крошилась, тут зажарка, тут, блин, пену снимать, тут еще что-нибудь. Поэтому у меня всегда кильдым на кухне. Почистила курицу. Столько вышло. Завтра сделаю макароны. Лук туда обжарю, специи какие-нибудь кину. И будут макароны. Я уже покрошила меленько, чтобы уже больше не возиться с костями. А то костей целая куча. И завтра будут макароны. Сегодня уже не буду, у меня потому что, девочки, голова болит. Даже не до съемок. Я не знаю, что это называется. У меня вот от этого, вот именно эта сторона головы болит. У меня от плеча вот так вот, и все в голову бьет. Смотря как, вот так наклоню, и боль прекращается. Но я же так не могу ходить. И даже если лягу вот так вот тоже положу, то это успокаивается голова. Ну, чуть пошевелю, и все. Все мне в голову туда бьет. Так, надо в холодильник поставить, пока не забыла. Ой, я сегодня такая довольная, помыла, прям так чистенько. Прям так чистенько. А здесь у меня, о, какая зажарка бордовая. Уже час, наверное, варится. Уже картошку скинула, капуста готова. А что, Варвара уже спит? Варвара спит уже, а я все кашеварю. А я все кашеварю. Все, девочки, борщ я сварила. Ой, что-то оно зачесалось. В этот раз не такое красное. Я уже и соли, и сахара сыпала. И этого, как его, лимонную кислоту кидала. Ну, свекла была не очень красная. Петрушка, укроп, чеснок. И все. Налила, выкипела, я налила воды. Надо было сначала зажарку кинуть, а потом воды наливать, а я все наоборот сделала, пришлось отливать. И капусточка. Ну, капуста получилась не жареная, а вареная почему-то. В прошлый раз меньше была капуста, в этот раз в два раза больше. Ну, все нормально. Все, главное, готово. Варвара любит и борщ ест, и капусту тушеную. Так что на этом, девочки, буду видео заканчивать. Меню получилось такое же, как и в прошлый раз. Ну, что едим, то и приготовила. В следующем видео будет другое меню. Хотела постряпать чебуреки с капустой, но Катя захотела капусты тушеной. Так что на этом буду заканчивать свое видео. Встретимся с вами в следующем. Всем пока-пока.